Казахстан в этом году занял 87-ю строчку из 135 в мировом рейтинге благотворительности, по данным Международного фонда Charities Aid Foundation. Мы уступили Кыргызстану и обогнали Россию. В 2010 году страна занимала 121-е место в рейтинге. Такой показательный рост связан с развитием бизнеса. Растет корпоративная социальная ответственность частных и государственных компаний, говорят эксперты. Отечественный рынок благотворительности оценивается в 300-400 миллионов тенге. Только один фонд «Аялас» собрал в прошлом году 323 миллиона тенге. Все деньги были направлены на реализацию социальных проектов. Причем меценаты и спонсоры находятся не только среди предпринимателей, но и среди обычных неравнодушных граждан. Республиканская акция «Дорога в школу» с каждым годом увеличивает число желающих помочь малообеспеченным семьям. В этом году она охватила 300 тысяч учащихся. Мы собрали банк данных о потенциальных меценатах и наладили с ним партнерские отношения. Разослали письма обращения во все компании. На сегодняшний день у нас 28 малообеспеченных, опекаемых и многодетных семей. В этом году все 28 деток пришли в школу одетыми, обутыми и с рюкзачками с канцелярскими товарами.